Ребята, кто? Кто бьет? Не смейте показывать движение. Если вы только убедите человека, что он не пропускает, вы сейчас совершите самый страшный грех. Вы сейчас вдолбите ему пустую голову, что у него защита все нормально. И он будет верить, что да, у меня все нормально. Однажды ему тут по-настоящему поставить на сраку. Поэтому бейте, и он сам еще реагирует как надо. Не надо уговоры длинные производить. Достаточно дать въебало разок. Камайте. Отжимай. Там есть, да? Так с акцентом. Акцент в ударе есть, но его как бы нет.
То есть он не наступает, потому что вы наткнулись на цель. Раньше момент акцента. И получается так, что удар вы можете пальцем сдвинуть. Но палец должен прийти на удар очень резко. Как только вы начнете заигрывать, гладить и щупать руки, трогая их, вы поневоле просто будете очевидцем в тактильных ощущениях, как вам ебало расхватили. Вы потрогали каждому зубами, а я трогал его. Я его трогал. Как там писали про какого-то секретного мастера, матери приносили к нему детей, и он их трогал. Детей. Так вот, еще раз говорю, движение, как правило, кстати, на ногах. Что с ногами? И взрыв. Взрыв в моменте соприкосновения с ударом, с бьющим. И потом любое продолжение. Чего есть спросить зрителей, касается в том числе. Вот про голову, простите, на